Приветствую зрителей канала Андрей Шульгин. Рад сообщить, что 31 мая 2019 года в рамках выставки «Автотехсервис» будет проходить семинар на тему «Современные методы диагностики и ремонта легковых автомобилей», где я смогу поделиться с участниками своими знаниями и опытом по использованию различного диагностического оборудования, в том числе прибора USB Autoscope 4 и диагностических скриптов. Семинар будет транслироваться в интернет в реальном времени, и я смогу дать ответ на вопросы не только участникам, но и зрителей канала. Приглашаю вас посетить данное мероприятие или присоединяйтесь к просмотру видеотрансляции. Детальная информация находится ниже в описании. Там же вы найдете бесплатный промокод для посещения выставки. До встречи на семинаре!